очень масштабный, более 80 мероприятий на 20 площадках города Ульяновска и в историко-художественном музее-заповеднике Преслониха. Сегодня, я думаю, очень яркий и насыщенный день. Здесь выступит помимо симфонического оркестра еще жемчужина Ульяновской области, фольклора аутентичного, это Норовские пивуни из Цельнинского района. А группа Settlers, такой авангардный, экстравагантный фолк из Санкт-Петербурга. И совершенно потрясающая программа Contemporary Dance, это два балета. Любимый город. Я не мог пропустить классный летний фестиваль. В Ульяновске давно не было ничего подобного. Такого уровня мероприятия, которые бы охватывали такой спектр разных видов искусства. Я очень рад, что происходит какое-то движение, что есть такой фестиваль Аркадия теперь у нас. Пиво даже продают, я нифига себе думаю. На нем Аркадия написано, прям специально сварили пиво. В первую очередь, меня интересуют выставки с Третьяковской галереи, с Пушкинским музеем. Хотелось бы тоже их посетить в рамках фестиваля, посмотреть на искусство. Выставки, инсталляции. То, чего в Ульяновске не было, вряд ли когда-то еще будет, поэтому это нельзя пропустить. Ну, я как человек, который любит музыку, жду Settlers. Делают такие фестивали в таких городах, как Ульяновск. Недавно мы были тоже в Казани, Нижний Новгород. Круто, что это все двигается. Круто, что зовут каких-то небольших, но интересных артистов, просвещают людей сложной какой-то музыкой. Здорово, что есть люди, заинтересованные в этом. Люди, которые действительно и сами знают клевых артистов, которых они могут привести и показать своим землякам. Ради Сироткина. Сегодня выступает моя любимая группа Сироткина. Я люблю Сироткина. Я не пропускаю ни одного концерта. Время биться, бейся стерео, время.
лица. Бейся, стерео, время биться. Все, что страшно потерять, надо потерять. Радарах Ульяновск не появлялся очень давно. Пожалуй, со времен биографии Ленина, написанной Львом Данилкиным. А то, что тут есть какая-то современная культура, связанная с арт-резиденциями, с реформой музея современного искусства, с музыкальной сценой, это для меня такая приятная новость. Перед издательствами сейчас, ну, мне своя как бы делянка ближе. Стоит два вопроса. Это импортозамещение читателей, импортозамещение писателей. И без поездок по стране, без такого Энди Уорхола у нас ничего не получится. Должен появиться Энди Уорхол, который полюбил Америку в ее самых неприглядных видах. В гамбургере, в заправке. И вот и России, мне кажется, любить себя, и тогда и вокруг все как-нибудь наладится. То есть в контексте фестиваля Аркадия Пластов можно сравнить с Энди Уорхолом? Да, Пластов — это ваш ульяновский Энди Уорхол. Мы продали кучу книг. Мне очень было приятно видеть удивление людей книгам. Людям очень важен контакт с книгой. Да? Есть, конечно, маркетплейсы, на которых можно все что угодно. Но держать что-то в руках — это как прикасаться к человеку, очень сложно как бы влюбиться по... Вот так, такое бывает, но редко. А когда ты трогаешь человека или книжку, вот, это совсем другая жизнь. Огромное спасибо за такую поддержку, за такое тепло в этот очень холодный вечер, я хочу сказать. Я бы еще раз бы приехала и еще раз бы дала концерт у вас с большим удовольствием. Спасибо большое.
никому не верь, никому не верь. Ее мальчик взял, ее мальчик взял, не отдал, никому не верь. Моя дочка больна, моя дочка больна, никому не верь, никому не верь. Ее мальчик взял, ее мальчик взял, не отдал, никому не верь. Пейзажей, художественной литературы, не знаю, из музыки, из театра, из фолка, из авангарда. И это все очень нужный проект, я считаю. Таких проектов должно быть больше. Я счастлива видеть микс разных стилей, разных возможностей, прежде всего для зрителя, увидеть совершенно разное в одном фреймворке, в одном флаконе. Ульяновск-райское местечко, Аркадия рулит в этом плане. Пейте с площади пунктов топот. Выше горных голов ряда. Мы разлива второго потопа. Перевоем. Я благодарю всех зрителей, которым этот фестиваль понравился или, как говорят, зашел. Если фестиваль зашел, мы будем его делать еще и еще в следующем году, и в следующем тоже.